Именно с этим авианесущим кораблем связывают городскую легенду о маяке и корабле, которая описывает встречу Авраама Линкольна с чем-то похожим на первый взгляд на другое судно, идущее встречным курсом. Авианосец требует от второго судна изменить курс. В ответ судно, принадлежность которого обычно указывается как канадская, настаивает, что курс, мол, должен изменить именно корабль. После чего капитан корабля повторяет свое требование, идентифицирует себя и корабль под своим командованием и иногда сопровождает требования угрозами. На это следует ответ: «Я – маяк». Делайте, что хотите.